Давай. Я Соня Шинкаренко, мне 6 лет. Стихотворение Бориса Ильютика. Ну, говори. Автор стихотворения Борис Ильютик. Название стихотворения «Вам наш поклон». И чтобы мы под мирным небом жили, они к тому 4 года шли. Они за это жизнью заплатили, а День Победный встретить не смогли. А те, кто будут после них, не знали, но знали, дети, внуки будут жить. И в битве насмерть потому стояли, чтоб смерть над ними не могла кружить. Мы чествуем спасителей планеты, им всем до одного поклон земной. И в небе взвился алый флаг победы, и гордо реет над моей страной.